Так, а вот и Таврия продолжает свой нелегкий путь. Подписаны. Вот, блин, придется вытаскивать. Саня, подъезжай. Так, а куда, назад тянем или вперед? Лучше назад, давай. Спешит на помощь подписчикам. Вот так у нас тут немножко нацеплялась. Говорят, с траекторию. Нифига себе, трошки. Сейчас суровый спасет их. Там зашакал лучше, зацепи, фаркоп слабый. Так, ну. Движ не останавливается. У Вовы самое крутое место на берегу. Саня, потихонечку в натяжечку. Да, давай. Что там сзади? А, у него сцепления нет. Давай тяни. Поехали. Ну чуть-чуть большевее, чуть-чуть. Первую надо. Не, рывочком немножко, рывком, рывком. Отъедь назад. Назад отъедь. Давай я, может. Еще назад, назад еще. Еще. Хорош, давай. Коксу. Первую дергай на первой. Руль прямо поставь. Руль прямо, Саня. Стой, стой, стой. Ты же начал тянуть, надо было тянуть. Дергай теперь рывками. Еще назад. Назад, дальше, назад. Еще, 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 еще. Руль ровно. Назад еще. Все, дергай. Газу. Да ну раньше газу надо. Вторую, вторую включи. Нет. Стой. Вторую включи и дергни сильнее. Назад дальше. Со второй. Назад и со второй. Еще назад, еще назад. Еще назад. Все, вторую давай газу. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. Еще, еще назад. Руль ровно только. Еще назад. Ты когда рывок, ты больше газу, когда стартуешь. Да не, ну, давай переедем, Саня, давай переедем сюда. Еще назад. Давай, на меня теперь. Подожди, подожди, стой. Давай газу. Коксу вторую. А вон Вова едет, стой. Сейчас Вова спасет. Вова спасет сейчас 100%. Крутейший вечер просто. А вот и мы. Раз и поехал. Саня чуть не это, чуть опыта маловато, я думаю, я бы выдернул.
вас нормально на ходу, фары красивые. Весь красивый. Ух ты, какая точила, блин, тут едет. Да, смотри. Тихо. Сейчас проедет, наверное. Если не очканет. Не поедет, да. Не, ну тут Запорожец ездит, это не серьезно. О, сейчас будет нормальный контент. Или он тут Семели знает, наверное. Это в кадр лезет все время. Ох, как фары светят. Правая фара Макса, кстати. Старая фара Макса. Она же Витина. Никогда у себя сзади не ездил, говорю. Так, едем за Запорожцем. Саня, я тут, Саня. Где ты? Я тоже. Фары включи, нас не видно с самолета. Не знаю, тормози. Так, ну тут движ продолжается. Так, это вам не на УАЗе кататься, блин. И Саня, отъедь. Давай еще. Да что, хватит, нормально. Так, все зацепили. Двигайся. Так, все, поехали. Так, тут Глеб еще зажигает. Подожди. Стой, подожди. Потерялись? Да. Так, где Запорожец? Вместе, есть там? На месте, да. Дай сниму. Алло. Ну что там, где ты? Сейчас я тебя встречу. Привет! Валера, ремень у меня! Привет! А что, вы застряли или что? Так снимайте, где тяните, что? Есть же чем тянуть. Застряли чуть-чуть. Сейчас Витю надо забрать. Завтра не мешает? Да нет. Я его на Киев скажу сразу. Так, запор на буксире. Сейчас Витя приехал. Так, друзья, Запорожец сзади. Мы едем встречать Витю. Просто мы тут были недалеко, чтоб... Ого, какой тут песок суровый, слышишь? Ага. Мы точно не застрянем, Саня? У нас вон немножко, не знаю, что... Танки грязи не боятся. Не, ну машина у нас серьезная тут. Так, слышал, вправо мы тут поедем, да? Небольшой вправо. Небольшой оффроуд намечается, такой поворот, разворот. Точно мы тут не застрелим? Запор, там камеры, дай мне снять. Да, включена камера. Смотри. Включена, не потеряй, главное. Слышал, мы тут не провалимся? Сейчас. Назад можно? Трос наехал, аккуратненько. Опа! Опа! Запорожец! Да... Еще! Еще с ним! Воу-воу! Так, все нормально.
Проходит там что? Да, нормально, едет. Давай. Стоп. Все, прошел, поехали. Прошел. Блин, красивое такое видео, офигеть. Видно тебе что-то? Да-да. Так, вот Витя. Витя приехал на бляхах, на гольфе. Вот донор. Тихо. Донор УАЗа. Все, привет! Давай, мы ждем, чтобы не газусим. Какие-то люди идут. Я, короче, на... Так, Запорожец сзади, Витя сзади. Там песок жесткий, да? Не, подожди, не, тихо. Давай потом расскажешь. Ночью. Так. А мы тут проедем? Ну, да. Ну, в смысле, Витя. Запорта точно пройдет? Налево, типа, да. Чтоб объехать, да? Чтоб песок объехать? Да, так, налево. Да. За машиной. Да нет, там сидят, наверное, или нет? Сидят. Правее дорога есть, правее. Да нам же гольф, чтоб проехал сзади, он же не прицеплен. Да, давай его застрелим еще. А, это Валера разгружается. Блин, а тут песок жесткий. Не, нормально, на бусе проехал. Может, давай, может, тут Витя проскочит ходом. Жалко, жалко. Сейчас, следи за Витей, смотри. Налево, алло, Витя. Нормально идет, Витя идет, Витя идет. Все прошли. А куда дальше? Ты видишь дорогу? Там кусты есть. Там надо кусты есть. Там не трава, там видно. Блин, не туда. Хорошо, Витя идет? Да, идет. Гольф идет, в общем. Вот тут уже, тут движуха вся началась. Белый УАЗ. Блин, все темно как-то стало. Да, налево. Ты видишь дорогу? Да, туда. Блин, люстру украли, хреново, без люстры, конечно. Так, тут модные машины какие-то припаркованы, серьезные. А, это дракон. Серьезные внедорожники. Смотри, вот. Сверху на сайте сидят. Сейчас три елки получили. Тихо. О, тут уже все клубы на этом. Там уже открытие полным ходом. Но нам надо было Запорожец спасти и Витю встретить. Ну ничего, мы не опоздаем. Так, там надо, чтобы кто-то сверил номера и шлагбаум открыл. Осторожно, раньше времени не выходи, чтобы не удариться. Блин, кто тут понаставляет, блин? Снято, а шлагбаум снят. А, там пенек, подожди, чтоб запор объехал. Да мне пофиг, блин. Подожди, чтоб запор проехал пенек. Он видит, наверное. Ну да, вот правее взял. Смотри там за запором. Взял правее взял, идет по правой стороне. Наверное. Нормально? Да. Сейчас я первую включу, чтобы медленно было. Все нормально, за нами толпа идет спокойно. Своих спас, говорю. Тут у нас люстры, иллюминации, блин, стекла чуть испачкались. Тут мы в безопасности. Вот так, палаточка, все. На сегодня, наверное, пока. Вот они получились, давай видео. Не, получились хорошие. Да вообще, бородач когда светил. А что это за костюм? Костюм. Новогодний? Коробка и смерть. С косой. Смерть вижу, а этот как называется? Божья коровка. А, божья коровка? Да. Офигеть, какая-то необычная. Там вроде черные точки должны быть. А это тебе так кажется? Это да, уже поздно просто. Сегодня. Тормозите тут. Ночная божья коровка. Мы уже к вам привыкли, останавливайтесь. Продать салютом. Смотри, салют. Андрей, поехали на берег. С
Салют, открытие, все нормально. Мы тут в тылу. Где видео? В Ютубе. В Ютубе. В Ютубе? Да. А где вы думали? Не-не, по 1 плюс 1 вас не покажут, проезжайте. Так, ну фест начинается, открытие, салют крутой. Паша, а что мы тут, слышишь? Перестань махать руками. Включил фонарь, не может выключить. Его сколько-то надо подержать, он перестает. Не перестал. Ну вверх руку ты провел, он выключился, что ты? Ну так он потом все равно включается. Да нет, все. Не, ну надо его как-то тушить. Ну выйми батарейки. Перезагрузка. Все, фест открыт. Так, карбюратор снят. Лагерь у нас яркий. Скоро завтра уже. А у вас свой костер или что? Да. Да? С чаем? Да. Дайте хоть чая. С мухоморами нету, там у нас с мухоморами. О, стой, я вам фотку сделаю. У вас в болоте. Так, друзья, 00:20. Мы едем вперед. Я в кузове у Немога. Там утопили Nissan 62-й. 20 минут 1, 25 июля начинается. Такое начало веселое. Так, тут такое движение, смотрите, Offroad Free Fest в полном разгаре. Елочки. Блин, чтобы она по морде не дала. Так. Такая движуха. Ну, движение такое, вроде тут не первый час ночи, а только потемнело вроде, ну. Просто. Просто жесть. Едем искать Nissan. Так, вот и берег водохранилища. Что тут происходит? Вижу танчик. Это серьезный автомобиль очень. Патрол 61-й. Так, вижу. УАЗ Патриот. Головастик УАЗ вижу. О, волна пошла. Так, вон какое-то движение там. Вон какой головастик красивый. Привет! Бородача все узнают. Такая люстра серьезная. Да, классные места. Ого, тут движение. Едь тут нормально, Паш. Тут нормально. Так, движение тут не останавливается. Все время кто-то ездит. Не мог, немножко дымит. Паша очкует, говорит, ты катался, блин, а я могу не прокатиться, блин. Сейчас узнаем. Не, ну тут нормально вроде. Да, тут за много лет накатали нормально. Да, вон он. Вроде бы
Nissan, не Nissan. Так. Nissan пока не видно, но кого-то нашли. Где вы, Дедушка Мороз? Не пей кока-колу, это опасно, остановитесь. Так, со стороны водохранилища. Так, Паша едет зацепиться. Нет, вообще нет, даже не слышно. Мы тут едем. Ты узнаешь эти? Да я что-то не пойму, куда мы едем. Включи задние фонари. Включи задние. Хорошо, да блин, чтобы мы тут сами не приземлились. Вроде не должны, но. Выехал. Ты узнаешь эти места? Где мы познакомились? Да. Чуть вон впереди. Кого зацепи? А? Кого зацепи? Того зацепи впереди. Конечно. Через себя ты. Да нет. Да. Отцепи у себя и с веревкой к нему. Вот и наши подъехали. Нива и Вранглер уже здесь. У него крюк сзади. Паша решил ходом пройти. Привет. Цепляете. Так, в объезд спорт. Это за рулем как зовут? Просто ты пошел сам. А. Я засяду. Да, для унемога это не задача, конечно. Стой! Стой, 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 я... Офигеть, блин. Да, чуть унемог не поцарапал, блин. Еще секунда бы, и он бы развалил бы себе что-то. Я догнул унемог. Да ты шо, унемог, блин. Там спичечный коробок был. Так, едем дальше. Да, дымит унемог. Серьезно. Да, хорошая ночь, не жарко, и вечер. Наверное. В общем, не нашли бы Nissan 62. Давай я ему наберу. Я дозвонился. Все нормально, просто сгорел большой общий предохранитель. Его вытащили, машина жива. Все хорошо, в общем. Едем. Едем в лагерь. Стая Белого Волка, серьезная организация. Я проехал, значит, и Паша проедет. Ну, впритык так.
мы на месте. Да, нормально, Паш. Парканулись.